И снова граница, на этот раз белорусско-литовская. Контрабанду стоимостью более 400 тысяч рублей удалось задержать белорусской таможне. Незадекларированный груз злоумышленники пытались ввести через пункт пропуска «Котловка». Товар, что называется, сезонный. Горные лыжи, а также амуниция и снаряжение к ним. Всего более 1000 единиц товара. Во время проверки документов выяснилось, что некоторый ассортимент перевозился в большем объеме, а некоторые и вовсе отсутствуют в сопроводительных бумагах. В итоге весь груз изъят до решения суда. Кроме конфискации контрабанды, коммерсантам может грозить внушительный штраф.